Доброе утро, Петр. Меня зовут Катрин Ренуар. Доброе утро, леди и джентльмены. Я Катрин Ренуар. Я прилетела из Санкт-Петербурга в Израиль. Живу здесь уже 5 лет. И методика на самом деле меня просто оживила, как человека, который себя потерял, будучи в эмиграции, не имея абсолютно друзей, не имея никакой поддержки. Мне поступил звонок от моего знакомого, Олега Бичурина, с которым я познакомилась в Санкт-Петербурге. И этот звонок раздался в тот самый день, когда у меня просто уже не было, если честно, веры абсолютно в людей, в себя. Я не понимала, куда я иду, зачем я живу, что я делаю. Хотя, будучи в Санкт-Петербурге, я была артистом, я снималась в кино, я пела в группе, у меня было очень много разных проектов, но по тем или иным обстоятельствам я решила переехать в другую страну. И здесь я себя не обнаружила. Иммиграция — это довольно сложный этап. И когда мне поступил звонок, я поняла, что это для меня. Это шанс выйти на новый уровень развития. Это шанс возродиться. Это шанс дарить людям любовь и счастье. Это шанс просто жить. Жить и наслаждаться жизнью и быть счастливым. Не страдать, пропускать все время через себя все эти потоки информации, которые нам абсолютно ни к чему. И Суперджам, мне даже Суперджам сделал меня просто тем человеком, который просыпается утром с огромной улыбкой, дарит счастье, любовь всем, всем, всем людям, которые встречаются на моем пути. И мне не страшны никакие препятствия, никакие преграды. Я просто живу и наслаждаюсь жизнью. Посмотрите, вот это настоящий рассвет. Как красиво. А раньше я этого просто не замечала. Все было серым, все было скучным, все было каким-то однообразным. Я очень счастлива, будучи в этом проекте, иметь возможность делиться с другими людьми этой методикой. Это бесконечный поток энергии, которая просто зашкаливает во мне благодаря этой возможности. Наш мир, я уверена, будет меняться с каждым днем в лучшую сторону. И я хочу выразить свою искреннюю благодарность Олегу Бичурину, всем создателям Суперджамп, людям, которые приложили столько усилий для того, чтобы запустить этот проект. И я уверена, что скоро к нам станут прислушиваться.